полдень, и солнце светит высоко в небе. Во дворе Кря-Кря проводят соревнования волчков. Я Сыпа, лучший в мире! Кря-Кря, даже не думай об этом! Дети, давайте выиграем! Потяни за пружины, чтобы запустить волчок. Осторожно, колесо ветра и огня непобедимого Кря-Кря! Продолжай, продолжай! Я твой следующий противник, ну давай же! Потяни за пружину, чтобы запустить волчок. Вперед, Кря-Кря победит! Давай, давай, давай! Кря-Кря-Кря! Дети, мы лучшая команда в округе! Кря-Кря был так увлечен игрой, что не успел опомниться, как солнце уже село. Детям пора идти домой ужинать. Мам, я хочу еще поиграть с волчком. Смотри, уже стемнело. Ты можешь поиграть завтра днем, хорошо? Тогда ладно. Кря-Кря поел и уставился в окно. Смотри, уже расцвело. За окном звездное небо. Сейчас ночь. Кря-Кря почитал книгу, а потом снова подошел к окну. Уже расцвело. Рассвет еще не наступил. Кря-Кря закончил чистить зубы и подбежал к окну. Сейчас уже точно рассвело. Луна высоко в небе, и все еще темно. О нет, почему постоянно темно? Кря-Кря решает спросить Кики, самого умного парня в мире. Кики, Кики, почему существует день и ночь? Ты знаешь? Кики прочитал книги о дне и ночи и хочет помочь Кря-Кря с этим. Покрути волчок и получишь ответ. Кря-Кря, как это возможно? Проведем небольшой эксперимент. Я буду солнцем. Поможем Кики переодеться. Картонное солнце. Детский фонарик. Кря-Кря сыграет роль земли. Помоги быстро надеть костюм земли. Костюм земли. В космосе земля похожа на волчок, который все время вращается. Дети, помогите быстро крутиться, как волчок. Смотри, Кря-Кря стоит лицом к Кике. Я вижу большое солнце. Сейчас день или ночь? Сейчас день. Продолжай вращаться. А теперь быстро повернемся спиной к Кике. Я не вижу солнца. Здесь темно. Сейчас день или ночь? Это ночь, верно. Во Вселенной одна сторона Земли освещена Солнцем. Земля всегда вращается. Когда мы поворачиваемся лицом к Солнцу, то наступает день. Когда мы поворачиваемся в другую сторону, где не светит Солнце, это точно ночь. Правильно. Один оборот Земли – это один день. После дня наступает ночь, а после ночи снова наступает день. Земля вращается как волчок, и поэтому день сменяется ночью. Кря-Кря наконец-то понял.
Но кря-кря – это не волчок. Это головокружение. Спи крепко, кря-кря. Когда проснешься, уже будет светло.